Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Озимок. Сегодня у меня необычный бактус, необычные узоры. Я такое раньше не видела и было очень интересно попробовать. Смотрите, вот такие пышные столбики образуют полное, да, плотное полотно, необычно красивое. Очень интересно было попробовать. Я попробовала, смотрите, как красота получилась. И предлагаю посмотреть, вяжется прям не то, что просто, а очень просто. Вот честно, самый простой, наверное, узор, который я знаю, и вот так красиво смотрится. Давайте сегодня посмотрим и попробуем. Такая яркая, красивая слонимская пряжа красного цвета. Очень люблю ее для шали и бактуса. Сегодня будем вязать бактус на шее. Все-таки скоро осень, и очень красивым, простым рисунком. Крючок у меня 2,75, можно взять троечку. Для вот такой толщины это будет хорошо. У меня просто тройки нет, оказывается, крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираем 10 воздушных петель. Замыкаем в кольцо. И наша задача провязать 1, 2, 4 воздушные петли и столбик с накидом. Наша задача провязать 9 столбиков с одним накидом. Это будет наш такой первоначальный шаг, ряд. 9 столбиков с одним накидом и одна воздушная петля между ними. Вот такой первый ряд должен получиться. Идем дальше. 1, 2, 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Вот между первым и вторым столбиком вяжем еще один столбик с накидом. Вот такая петелька у нас образовалась. Сделали воздушную петлю и смотрим внимательно. Вязание очень простое, но узорчик нужно запомнить. Смотрите, между воздушными петлями делаем накид. Раз, два, вытягивание накид, вяжем пышный столбик. Три, провязываем и закрепляем. Вот, между вторым и третьим столбиком вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и пышный столбик вот в это пространство, вот оно. Раз, накид, два, накид вытягивания и три. Закрепили. Вот такое всего-навсего у нас простое движение. Между столбиками вяжем столбик с одним накидом, вяжем воздушную петлю и пышный столбик из трех накидов и трех вытягиваний. Раз, два, три. Слонимская ниточка очень идеально прям подходит для пышных столбиков. Вот сколько я вязала. Между столбиками вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. Один, два, три. И вот такой у нас ряд, и такое вязание будет в каждом ряду. Конечно, будем вязать расширение. 1, 2, 3. Между последним и предпоследним столбиком я провязала столбик с накидом, пышный столбик, закрепила. И самое последнее действие наше. В эту же арочку мы вяжем еще один завершающий столбик, но вот такой, чуть-чуть удлиненный, с одним накидом. Раз, два, три воздушные петли. Поворачиваем вязание. Между первым и вторым столбиком вяжем просто столбик. В самом начале, в самом конце у нас будет вот такая петелька идти. Всегда-всегда. Вяжем воздушную петельку. И между первым и вторым столбиком пышный столбик. Один, два, три. Закрепили. Между пышными столбиками, вот, столбик с одним накидом, воздушная петля и 1, 2, 3. Пышный столбик закрепили. Смотрим, второй ряд я провязала 1, 2, 3, 4 пышных столбика. И оказалось в центре, вот у нас 1, 2, 3 будет 4. И мы с вами окажемся ровно в центре. Вот. И в центре мы с вами должны провязать
4 пышных столбика. Вот 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И вот в это окошечко, вот в это у нас будет такое расширение. Мы должны провязать 4 пышных столбика. Это у нас 1 пышный столбик. Сюда же мы делаем столбик с накидом. Воздушная петля. 1, 2, 3. И опять столбик с накидом. 1, 2, 3. Это у нас получилось 3 пышных столбика. И еще один. 1, 2 и 3. Вот 4 пышных столбика мы с вами провязали в самый-самый центр. И теперь продолжаем вязание точно так же. Вязание узора очень простое. Никаких нововведений здесь не будет. Мы будем вязать просто пышные столбики на ножке, я бы так сказала, да? Но выглядит это очень красиво. Закрепили. Довязываем. И смотрим, что у нас с вами должно получиться. Вот у нас вот это окошечко, в него мы тоже всегда вяжем. Не забывайте, да? Довязываем до конца. Закрепили и обязательно вот в это же окошечко делаем длинный столбик с одним накидом. За первую петлю, за вторую, и у нас получается удлиненный столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Между первым и вторым столбиком вяжем еще один столбик. Это всегда будет у нас такое начало и всегда будет заканчиваться вот точно вот такими же двумя столбиками. Воздушную петлю делаем и вяжем опять наш пышный столбик. То есть никаких изменений у нас в узоре не будет. Расширение мы будем всегда делать ровно по центру. Единственное изменение будет такое. Один ряд мы будем вязать 4 столбика в центре. Следующий ряд будем 2. Опять 4, потом 2. И все. В самом начале и в самом конце мы будем вязать всегда-всегда одинаково. Доходим до центра вязания. Вот у нас 4 столбика. И ровно в центре мы вяжем в этом ряду 2 пышных столбика. А в следующем 4. 1, 2, 3. 3 накида, 3 вытягивания и объединили пышный столбик. И в это же место обязательно столбик с накидом. Обязательно воздушная петля и пышный столбик. 1, 2, 3. Два провязали и идем дальше. Вот такое очень простое вязание, но при этом, смотрите, получается какая красота. Получается вот оно. Вот такие наши пышные столбики. Вот такое красивое идет расширение. У нас получается вот 4 столбика. 2, 4, 2, 4, 2. И вот такая красота, равномерное расширение. Пожалуйста, хотите шальку, но я хочу бактус вязать, чтобы шарфик вокруг шеи завязывался, он будет достаточно плотным, невероятно красивым и очень оригинальным. Вяжем на ту длину, на тот размер, который нравится вам. Вот. И потом я еще хочу сделать обвязку и хочу сделать еще завязочки на шее, чтобы было удобно для ношения. Вот. Бактус я обычно ношу вот так вот, вокруг шеи завязываю. И впереди вся грудь у нас закрытая. Давайте попробуем повязать. Такая красота у меня получается. Очень понравился мне узорчик. Казалось бы, что просто пышные столбики, да? А смотрите, как красиво смотрится. Я связала. У меня 100 грамм ниток было. Как я обычно вяжу, это у меня будет бактус. Как я обычно вяжу? Я вяжу из слоненской пряжи один моточек полностью и второй моточек наполовину, то есть 75 грамм. И 25 я оставляю на обвязку. В итоге у меня получается вот
Этот бактус у меня 70 сантиметров. Для шейного платка очень хорошо. Вот. После того, как вы решили, что все уже, ниточки ваши заканчиваются, или вы уже решили связать окончание, я, смотрите, что сделала. Дошла до края и набрала 100 петель. Это у меня завязочки будут, потому что у меня будет бактус. Завязочки. На конце завязочки мы с вами точно так же вяжем 1, 2, 3. И в третью петельку мы с вами делаем пышный столбик. 1, 2, чтобы общая концепция у нас получилась. 3 и 4. Вот. Набрали пышный столбик, связали. 1, 2, 3 воздушные петли. Вернулись. И еще 100 воздушных петель для того, чтобы вернуться в основание и уже вязать обвязку. Вот так вот я вяжу завязочки с одной стороны и с другой. Связали еще 100 воздушных петель, прикрепили в то же место, где и начинали вязание, и начинаю вязать петлю Соломон. Вытянули петли, провязали. И еще 2 петли Соломона. Внизу пропускаем 2 пышных столбика. Между ними столбик без накида и еще 2 петли Соломона. Таким образом я хочу связать ряда 3-4. Такая обвязочка будет. 2 петли пропустили, столбик без накида. И уже потом сделать красивые, такие же пышные столбики в конце ряда. Как показывать обвязку, как вязать обвязку, я показывала очень много раз. Ссылочку на саму обвязку я еще раз оставлю в конце видео. Смотрим видео до конца и переходим по ссылочке. Там будет желтого цвета обвязка точно такая же. 2 петли Соломона вяжем. Вот. Очень красивая обвязка, которая мне нравится, которая подходит всегда и на все шали, на все времена, на все бактусы. Несколько рядочков я связала петли Соломона. И самый последний ряд, просто чисто для украшения, я связала вот такой вот пышный столбик. То есть мы вяжем одну петлю Соломона. Вот связали одну петлю Соломона. И вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И в самый центр мы вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, допустим. Накида 4. Вытягивание и 1, 2, 3 воздушные петли. В самое основание пышного столбика. Соединительный столбик. И еще вытягиваем петлю Соломона. Все. То есть вот такое вязание. Такое завершение. И замыкаем. Вот. Все получается. Обвязку я сделала. Ниточку я, конечно, спрячу подальше. И в итоге что у меня получается? Получается вот такой бактус, вот такая обвязочка. Все очень красиво, нежно. Цвет, слонимские ниточки идеально подходят как к пышным столбикам, так и к петлям Соломона. Не знаю почему, но получается очень красиво именно из слонимской пряжи. Хотя, конечно, всегда можно попробовать какую-то другую, иную. Вот, но что в итоге? Вот такой бактус, невероятно яркого, красивого, насыщенного цвета, с таким вот красивым узором, согласитесь, да? Пышные столбики, ну вот они так смотрятся необычно и красиво. Предлагаю всем связать, а на сегодня мой видео мастер-класс закончен. Всем приятного просмотра, до новых встреч! Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.